Торт из серии «Шоколад в шоколаде». Торт сочетает в себе шоколадные коржи и шоколадный мусс, а оттеняет все это волшебство кисленькая вишня. Пробуйте! Вкусный, нежный и сочный торт для настоящих ценителей шоколада. Для основы я советую приготовить домашний бисквит, желательно за день до сборки торта. В таком случае остывший бисквит нужно обернуть пищевой пленкой и хранить в холодильнике, так его вкус будет более насыщенным и ярким. Дополните шоколадные коржи нежным муссом, кисленькой ягодой и наслаждайтесь. Первым делом поставьте разогреваться духовку до 180 градусов. Приступим к приготовлению шоколадного бисквита. На медленном огне, или водяной бане, растопите шоколад со сливочным маслом. Главное, не дать смеси закипеть. Остудите. В глубокую миску просейте муку, какао и щепотку соли. Яйца взбейте с сахаром в пышную массу. В мучную смесь введите взбитые яйца и растопленный шоколад. Аккуратно перемешайте тесто лопаткой. Выложите бисквитное тесто в смазанную маслом форму, диаметром 20-22 см, и выпекайте в течение 25-30 минут. Затем остудите на решетке. Займемся начинкой. У вишни удалите косточки. Сложите ягоды в сотейник, добавьте сахар и бальзамический уксус. Поставьте сотейник на огонь и проварите ягоды 10-15 минут. Затем откиньте вишни на дуршлаг. В другом сотейнике соедините шоколад, 40 граммов сливок и масло, и поставьте на медленный огонь. Растопите шоколад с маслом и сливками, и доведите до однородного состояния, постоянно помешивая. Белки взбейте с сахаром в пышную массу. Если опасаетесь сырых яиц, то можно использовать альбумин. Он продается в кондитерских магазинах. 10 граммов альбумина нужно развести в 70 мл воды и взбить, как обычные белки. Сливки взбейте. По желанию во время взбивания можно добавить загуститель для сливок. Желатин залейте небольшим количеством воды, дайте ему набухнуть, затем распустите на медленном огне, не доводя до кипения. Соедините взбитые сливки, белки, желатин, ваниль и шоколадно-сливочную массу. Уберите шоколадный мусс на 30-60 минут до загустения в холодильник. Масса должна схватиться и напоминать густой крем. Бисквит разрежьте вдоль на второй части длинным зубчатым ножом. Приготовьте пропитку. Можно купить готовую или приготовить самим. Например, сварить сироп из 1:2 ст, сахара и 1:4 ст, воды. Для сборки торта я использую кондитерское кольцо регулируемого диаметра. Выложите один корж и полейте половиной пропитки. Разложите вишню, сверху выложите половину мусса. Накройте мусс вторым бисквитом, полейте пропиткой, выложите мусс. Я советую оставить немного мусса для оформления боков торта. Уберите торт на 2 часа в холодильник. Снимите кондитерское кольцо. Нанесите мусс на бок торта и уберите его в холодильник еще на 2 часа минимум. Перед подачей украсьте торт кусочками шоколада и ягодами вишни. Приятного чаепития!